Друзья, наконец-то! Власти России всерьез задумались о негативном восприятии в обществе всего того, что они делают. Пенсионная реформа, повышение налогов, повышение тарифов, рост цен и понижение доходов – все это для вас. Теперь все точно изменится. Теперь мы точно заживем как люди. Так предлагает нам думать миллиардеры Клишеса и другие, у которых неизвестным образом образовались эти богатства. Они труженики, и в отличие от вас, они защищают свои богатства значительно эффективнее, чем вы. Даже если это касается вашей родины и будущего ваших детей. Вы нашли множество оправданий, почему не пошли на митинги протеста в прошлом году. Почему вы не стали протестовать и защищать свои права? Пенсионная реформа, повышение НДС, растущие тарифы услуг и продуктов – это все делается для развития экономики и будущего ваших детей. Вы с этим согласны? Нет? Но вы же даже не стали защищать свои права и протестовать. Попробуйте теперь сказать об этом. Это вам обойдется 100-300 тысяч рублей. Закон об ответственности за критику власти принят Госдумой. Или вы надеетесь, что вас защитит суд? Даже депутаты оппозиционных партий Госдумы указали, никогда такого не было, чтобы суд принимал решение в пользу граждан, а не государства. К вам теперь будут относиться хуже, чем к рабам. Если раб выскажет свое недовольство рабовладельцам, его выпарют. А если вы выскажете свое недовольство, выпарят всю вашу семью непомерными штрафами. Это пенсию и зарплату вам платят не больше 30 тысяч рублей. А вот для расправы за правду с вас сдерут 5 шкур. Самым дорогим в России стала правда. Терпите дальше. А мы призываем всех, кто не готов терпеть, выходить на митинг протеста 23 марта. О времени и месте мы сообщим дополнительно.